Всем привет, вы на канале 4D, 4 девочки. Сегодня мы с вами будем делать бомбочки для ванны. Что самое главное при изготовлении бомбочек для ванны? Да не важно, готовите, сажайте растения, делайте что-то своими руками. Самое главное – инструкция. Никогда без инструкции ничего не начинать. А то потом пойдут жалобы. А у меня не получилось. А эта вещь прокованная. Ля-ля-ля, жу-жу-жу. Ну что, давайте же посмотрим, что в этой коробочке. И найдем инструкцию. В инструкции дано в первой миске смешать соду и лимонную кислоту. Вот. А, вот лимонная кислота, вот сода. Сейчас... Ну, сейчас я прочитаю, а потом это все сделаем. Во второе морскую соль 45 капель красителя и 40 капель от дошки с смесь перемешать. Ну что, вот первая миска. Мы здесь мешаем лимонную кислоту и соду. Ту морскую соль здесь, краситель и отдушка. Ну что ж, давайте же начнем. Буду в перемешку делать. Так, сюда мы добавили соду и лимонную кислоту. Начинаем перемешивать. Снег получается. Кто ждет зиму, ставьте палец вверх. Который палец вверх под роликом. Так, все, перемешали. Сюда мы добавили морскую соль. Сейчас добавляем 45 капель красителя. Сейчас будем отсчитывать. О. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 45 капель отдушки. Надо сейчас снова считывать. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 80, 29, 40, 41. Ребята, я немножко оговорилась. От душки не 45 капель, а 40 капель, как написано в инструкции. Сейчас будем перемешивать. Борщ. Не, это как будто море, типа кровь превращается в великана. Написано. Затем нужно соединить содержимое в двух мисок вместе и тщательно перемешать. Ну что, мы перемешали. Сейчас начинается самое интересное. Мы берем нашу формочку и накладываем туда нашу смесь. Потом тщательно утрамбовываем и кладем на лист бумаги. Ждем 15 секунд. Ну что, начинаем? Смотрите, как я все тщательно утрамбовала. Сейчас мы переворачиваем, кладем на лист и ждем 15 секунд. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Та-та-та-дам! Посмотрите, какая розочка получилась. Таким способом мы делаем всю нашу смесь и оставляем где-то сохнуть на ночь. Итак, у меня уже получилось 3 бомбочки, а смеси у меня еще много. На этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, наши бомбочки.
девочки, которые пока еще не готовы, должны постоять всю ночь. И на утро меня ждет ванна с рукодельными бомбочками. Ну а вы были на канале 4D4 девочки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Пока-пока! Итак, наша четвертая бомбочка уже готова. Интересно, сколько их всего получится из этой смеси? Пока!